сейчас. На главных часах страны у нас опять реклама. Но мы сейчас подождем, когда покажут время. Декабря 13. Палац культуры Украины. Сегодня работники Палаца культуры Украины написали коллективную жалобу, что новое руководство завозит левый товар в буфеты и заставляет его продавать буфетчиков или увольняет буфетчиков, которые не согласны торговать левым товаром. Замечательно. Сейчас 22 часа 32 минуты. Мы находимся на Крещатике, справа от Майдана Незалежності, возле главпочтамта. Мы документируем в данный момент, мы документируем состояние витрин торговых заведений, которые находятся на улице Крещатик. Вот витрина, которая сдается в аренду. Вот кондитерская, вот магазин «Видиван». Пожалуйста, витрины целые, вывески целые, окна горят. Магазин, соответственно, закрыт, уже поздно. Троллейбусные остановки стеклянные, с ними все в порядке, только обклеены листовками. Вот и двери, и витрины Министерства аграрной политики Украины. Магазины ОТБ. Рекламные витрины. Укрсибанк. Пожалуйста, с ними все нормально. Через дорогу я сейчас приближу, вы увидите, что там тоже все хорошо. Да. Магазин ОВО. Супермаркет. Холлинс. Дальше пассаж. С пассажем тоже все нормально. Поверьте мне, я там был. Если сегодня эти витрины кто-то придет разбивать, о чем нас предупредили, подкартаем. Все нормально, работа идет, официанты шустрят, люди пишут. Ресторан «Шато». Круглосуточный. Что в наикращие часы? Не знаю, нет, нет. Это не появилось. «Вейби-бан». Готовится к Новому году. Вот уже вход в пассаж, магазин «Киевстар», «Боско». Все видно.